Всем привет! 24 апреля 2018 года в Киеве произошел инцидент с трамваем, в результате которого есть пострадавший человек. Учитывая, что этот вид рельсового транспорта является массовым перевозчиком пассажиров, я решил более подробнее рассказать об этом инциденте. Итак, 24 апреля 2018 года в Киеве после отправления с конечной остановки станции метро «Лесная» в салон через днище вагона залетел кусок тормозного диска. Железяка сломала ногу пассажирке, 80-летней женщине, которая находилась в правой части вагона. Ее забрали в больницу. Трамвай, с которым случился инцидент, приписан к Дарницкому депо. Это вагон модели «Каштан». Их собирали на 100 «Киев-Пастранца». Всего было выпущено 6 таких вагонов. Данный трамвай с бортовым номером 605 был построен в декабре 2012 года. С того времени активно эксплуатируется левобережная трамвайная система Киева. Конечно, возникает естественный вопрос, почему трамвай, которому 5 лет, уже рассыпается на ходу. На транспортных форумах и в профильных группах соцсети называют данную модель трамвая в кустах. Из-за плохого качества сборки. Говорят, что тележки для вагонов собирают из старых деталей, которые уже использовались в трамваях марки Т3. А Дарницкое трамвайное депо вообще считается одним из худших по техническому обслуживанию подвижного состава. А теперь касательно позиции самого перевозчика. На официальных ресурсах «Киев-Пастранца» — это сайт и страничка в Фейсбуке — даже спустя несколько дней после происшествия не появилось ни одного сообщения о том, что же произошло с трамваем. На сайте только текущая информация о задержках в движении, на странице Facebook то же самое. Однако хотелось услышать какие-то пояснения от перевозчика, ведь в больнице находится пострадавший пассажир и теперь должен за свои деньги лечиться. Кто будет компенсировать все затраты, неизвестно. Возможно, на предприятии считают, что 80-летняя пенсионерка сама сломала ногу в трамвае без помощи вот той детали, которая залетела в салон из-под пола. Во всяком случае, такой вывод напрашивается из комментария, который дала одному из телеканалов представитель «Киев-Пастранца». Цей трамвай 2012 року виробництва, він регулярно проходить технічний огляд два рази на добу, як, в принципі, інший транспорт. І сьогодні він вийшов на маршрут, теж абсолютно справному стані. Есть, конечно, небольшая надежда на то, что полиция разберется, почему произошло это ЧП и кто будет отвечать за увечья, нанесенные пассажирке. Ведь по факту аварии возбудили уголовное дело.